Ой, ребята, привет! У меня сегодня вечер приключений, это какой-то пипец. Я езжу, ищу бесперебойник, потому что у нас еще в 3 часа дня отключили свет в Смоленке, и все-то не включили, хотя сначала муж дозвонился до этих сетей, ему сказали, что включат через 10 минут. 10 минут прошло, никто ничего не включил. В итоге вот уже 6 часов, а я как раз уехала за ребенком в садик. И муж звонит, что нужно ехать покупать бесперебойник, потому что уже похолодало. И нужно, в общем, и еще и аккумулятор на 100 ампер. Он такой тяжеленный, благо, что в магазине нашелся мужчина, который согласился мне дотащить до машины. И сейчас вот я приехала в торговый центр «Кардинал». Я ничего не вижу, кто здесь, где что вообще, куда идти, потому что вывеска не светится. Короче, ищу этот «Кардинал», чтобы купить уже бесперебойник. Пойду дальше искать. Короче, вообще какой-то пипец. Подошла к каким-то нерусским мужикам. Они говорят, здесь «Кардинал». Я подхожу, говорю, бесперебойники у вас есть? Они говорят, нету у нас такого, идите дальше. А куда идти дальше? Здесь... Я вообще, короче, не понимаю. Ладно, буду звонить мужу. Я вообще не понимаю, куда идти. Все, везде темно, ничего не светится, черт, не знаю. Да, ребятки, это вообще, конечно, ни разу не смешно. Оказывается, муж позвонил в магазин «Теплосибирь», который вот здесь под рестораном, на заднем у меня фоне. А эта «Теплосибирь», оказывается, работает до 6 часов. Естественно, я опоздала. А муж позвонил, он думал, что... Вернее, он посмотрел в «Тугисе», а в «Тугисе» написано, что они работают до 7. На самом деле, до 6, естественно, я поцеловала звонок и поеду теперь домой. Но муж сказал, что свет дали, слава богу, мы не замерзаем. Так что вот такое приключение сегодня со мной произошло. Ну а что? Сельская жизнь начинается, надо быть готовой ко всему. Так что всем пока, до новых встреч, а я поехала домой.